А вот Союз пешеходов России предлагает установить в городах скорость движения 50 км в час. По мнению главы этого союза Владимира Соколова, такая мера позволит спасти жизни многих пешеходов. Это предложение было озвучено на круглом столе представителями общественных организаций. 50 км в час обусловлены тем, что даже в законодательстве за превышение скорости до 10 км в час водитель не наказывается. За превышение от 10 до 20 км предупреждение или штраф 100 рублей. И только после превышения скорости на 20 км в час может последовать ощутимое наказание. Соответственно, по городам при ограничении в 60 км народ ездит со скоростью около 80, если пробки не мешают. А вот если ограничить скорость до 50 км в час, то, по мнению общественников, автомобилисты будут ездить в большинстве своем не быстрее 70 км в час, сообщает российская